Заходи. Машину ближе подгоняй тогда. И первый давай. Оставь второй. Лезу тебе по всем! Браво! Сообщение на пульт центрального подробной связи, что заряд поступил в 1.41 о пожаре производственного помещения «Радомир» по адресу микрорайон Заря промышленной зоны Ковровой. Все средства были направлены по вызову 1 бис, 4 цистерны. Путь исследования наблюдался сильный черный дым. Первым РТП было принято решение повысить номер вызова до 2. На месте заточены были силы средства 8 цистерн. Горит формовочный станок. В результате пострадал один человек. Горит скорую помощь отправили в центральную городскую больницу города Коврова. На месте работы 8 цистерн, 9 зенит ФСС, 2 ствола пурга, средства лоб-курса 8. Локализация пожара произошла в 12.21, локализация открытого горения в 12.48. Площадь пожара составила 100 метров квадратных. Сильное задымление распространилось на все помещение, производственное помещение, на площадь 7 тысяч квадратных метров.